28 мая 2022 года, 22:30, в городе слышны взрывы. Посмотрела, сообщают, что, чтобы люди не беспокоились, опасности для населения нет на данный момент, что все под контролем, и это работают наши военные. Еще сообщают, что в пригороде тоже слышны взрывы. Все равно, конечно, очень напряженная. Тревоги не было. Все равно так неспокойно. Напряженная такая, конечно, ситуация и обстановка. Мирного неба всем над головой. Берегите себя.